стать лучшим музеем национального искусства в стране, одним из лучших музеев в мире. Такая амбициозная задача поставлена перед Третьяковской галереей. Об этом сегодня рассказал ее новый директор Зельфира Трегулова на заседании попечительского совета. Он прошел в обновленном составе под председательством вице-премьера Дмитрия Казака. Традиционная задача членов попечительского совета – это оказывать посильную материальную помощь, оказывать поддержку. Но эта поддержка должна быть осмысленна. Мы должны понимать, в каком направлении развивается музей, какие государства складывают средства, какие средства зарабатывает сам музей. Мы сейчас запускаем работу над серьезнейшей программой развития, которая должна основываться на точном профессиональном анализе современного состояния Третьяковской галереи. Мы готовим техническое задание для программы развития и в ближайшие месяцы готовы будем объявить конкурс, закрытый конкурс на реализацию подобной программы.